Министр финансов назвал причины роста государственного долга Казахстана. Отвечая на вопрос одного из сенаторов, по информации которого внешнее заимствование страны за прошлый год увеличилось на 15%, Ерулан Джамалбаев назвал как минимум две причины. Почему он сейчас растет? Потому как вы сами знаете, очень высокий уровень мировой инфляции и базовая ставка высокая. А по мере снижения инфляции эта нагрузка будет значительно снижаться. Стоит ли ждать девальвации тенге после предстоящих выборов? Этот вопрос в кулуарах Сената журналисты задали уже главе Национального банка. Каламжан Перматов ответил, что во время электоральной кампании возглавляемое им ведомство не оказывает на курс тенге никакого воздействия. Мы открыто коммуницируем все наши действия на валютном рынке. Не только интервенции золотовалютных резервов, но и продажи валюты из национального фонда, операции по валюте в других фондах, которые мы управляем. Самый крупный – это единый накопительный пенсионный фонд. Мы это будем продолжать делать, поэтому вот эти все слухи о том, что Национальный банк каким-то образом влияет на курс в преддверии выбора, не соответствуют действительности.